Никакой земли нет! Земли нет! Но есть люди! Люди! Наша, идем домой. Ты хотел домой. Да, да. Идем домой. Идем. Идем. Нет. Нет. Идем. Нет. Вы никуда не уйдете. Вы будете тащить его на себе. Я заставлю вас на себе через льды и через снега. Крестовский! Еще шаг, и я стреляю! Слышишь? Стреляй. Ну, стреляй. Я делаю этот шаг. Вот еще шаг, еще шаг, еще шаг. Что? Духу не хватает! Стреляй! Смотрите, я вижу землю! Земля, господа! Земля! Видеосъемка под названием «Пятый уровень». Поднимаемся на пятерочку, она же четверочка. Курс подъема. Ну-ка, опа. Смотри, красотища. А место имени Логачева заснять? Конечно. Сейчас покажем место имени Логачева. Под нами внизу желоб под названием Логачев. Логачева лов. Вот этот желоб Миша проехал на спине, не притормаживая. Аккуратно. Поднимаем. Поднимаем, поднимаем. Так, приготовиться к сходу. Романцов. Романцов. Внимание, товарищ. Кто я буду вашу задницу снимать? Это я. Все, готово, пошла запись. Так, дорогие друзья, правильный отдых продолжается где-то там вверху, практически в необозримой высоте.
Наша группа, так, а кто идет? Антимона, вон он пошел, красавец, пошел, идет. Первый идет уверенно, идет быстро. Ручки расставил, ножки расставил. Эй, красавец. Пошел, ушел. Нет, не ушел, остановился. Молодчина. Следующий мастер, президент корпорации. Как обычно, обделал снегом оператора и остался доволен. А это уже кто-то левый. Да, это не наш. Не подъезжай. Держи, мастер. Да вон он, Маслик, вверху. Маслик, как обычно, занял высокое положение. Давай, Вован, прямо, не бойся, прямо на меня. Куда езжай? Пленка уже кончается, Вова. Нет, Вованчик засомневался. Начинается слаломный спуск бригады под названием «Пятый уровень». Вижу вверху большое количество ломящихся вниз людей. Первый идет Миха. За ним Костян. Потом Новиков. Падают, но не наши люди. Наши люди не падают. Вот, вот так скользят настоящие слаломисты. Вот она. Видео. Вот оно, скольжение пятого уровня. Опа, есть первые потери. Есть, красавец прошел, засыпал снегом. Сегодня красиво снимали. Давай. Вот они ломятся вниз. Страшная команда. Вот так иногда падают на пятом уровне, вот так. Есть падение второе, погиб товарищ. Вова, вставай, нормальные кадры, ребята. Давай, Вовчик, добивай эту ситуацию. Догрызай ее. Укольчик пошел вправо. Отлично. Давай. Падение, теряем бойца. Вот такие красивые места здесь.